А что вы могли бы сказать в качестве новогоднего пожелания читателям «Нефтянки»? Ну, вообще, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Это прекрасный праздник, праздник надежд, задумок. Всем пожелаю удачи. Удачи, терпения и большого-большого трудолюбия, потому что дорогу осилит идущий, а кто не идет, тот не ошибается. И приглашаю всех независимых производителей присоединиться к нашей ассоциации, потому что вместе мы сила.